Здравствуйте, в эфире телеканала «Алау Новости». В студии Елена Щегельская и коротко о главном. Свет может подорожать. Кустанайский энергоцентр провел общественные слушания, где озвучен новый возможный тариф. В Кустанайском аэропорту на новую взлетно-посадочную полосу второй день приземляются самолеты из города Нур-Султан. В полную силу аэропорт заработает с 24 октября. Волсу Аликенова расскажет подробно. Общественное объединение «УМИД Надежды» готовится к открытию компьютерных курсов и швейного цеха. Кто помог им в этом, расскажет Наталья Басмурзина. Повысить тариф за электричество планирует Кустанайский энергоцентр. Цены для потребителей могут вырасти уже с 1 ноября. Причиной называют убытки предприятия, которые не покрывают привычный тариф. Наша съемочная группа побывала на общественных слушаниях по повышению цены и узнала подробности. Тарифы на электричество могут повыситься. Кустанайский энергоцентр намерен провести увеличение стоимости с 1 ноября. Проектируемая цена за 1 киловатт-час электроэнергии в заявке составляет 17 тенге 77 тиин. Что было сказано ранее, рост составляет 1,7% от действующего тарифа. Теперь за потребление 100 кВт в час сумма оплаты может увеличиться на 34 тенге. При потреблении 200 кВт – на 69, а за 300 кВт цена поднимется на 103 тенге. Причиной такого повышения стали убытки энергоцентра. Почему мы сокращаем наших работников? У нас из тарифов более 150 миллионов не покрывается заработная плата. Поэтому мы вынуждены сокращать людей, сокращать зарплаты. Мы сократили на 25% зарплату. Организация ожидает, что за этот год убытки составят 250 миллионов тенге. Заработная плата хоть и составляет их большую часть, но не единственная причина расходов. Сюда же включают затраты на ГСМ, членские взносы и даже бумагу. Последнее зависит от количества потребителей, а их каждый год становится больше. Вот только при этом объем потребления электричества падает. Все потому, что крупные компании, которые тратят много электроэнергии, уходят от КЭЦ, а жители и мелкие организации не могут возместить то же потребление, даже если их будет очень много. Но повысится ли тариф, будет зависеть не от энергоцентра, а от решения антимонопольной службы. Все те замечания, все вопросы, которые мы выслушаем, учитывая общую ситуацию по сдерживанию тарифов, департамент будет принимать меры, будут рассматривать эту заявку Кустанайского энергоцентра в соответствии с действующим законодательством, рассматривать все затраты, которые необходимы, включение в этот тариф, ну и учитывая общую, получается, общеэкономическую ситуацию в области. Окончательное решение о повышении тарифа примут до 23 октября. Антимонопольная служба сообщит о нем дополнительно. Манарбек Касков, Наталья Басмурзина, РТН. К другим темам. С четверга новая взлетно-посадочная полоса Кустаная принимает самолеты. Пока рейсы только из столицы и совершаются только днем на легковесных Ан-24. Но с 24 октября аэропорт Кустаная заработает в полную силу. Первый «Боинг» полетит в Египет. О развитиях других направлений узнавала Болсу Аликенова. Мы находимся на новой взлетно-посадочной полосе в Кустанайском аэропорту. За моей спиной работают немецкие специалисты и устанавливают новое светосигнальное оборудование. Свежеотремонтированная взлетно-посадочная полоса сегодня второй день принимала самолеты Ан-24 из города Нур-Султан. Буквально вчера в Кустанае приземлилась и отправилась в столицу 4 рейса. Еще 2 рейса сегодня. Аэропорт работает в данный момент только в дневное время, потому что идет еще пусконаладочные работы по светосигнальной системе. По словам Василия Дженара, пока аэропорт принимает воздушные судна весом до 30 тонн. После завершения работ воздушная гавань сможет принимать самолеты всех типов. Боинги, эмбраеры, без весовых ограничений и при сложных метеоусловиях. Ну, я думаю, уже, как я сказал, 24 числа мы будем принимать уже буквально все самолеты, которые будут нам летать с Москвы. С Астаны, с Алматы. Ну, планируется на Египет рейс уже 24 числа должен быть Боинг 737. Планируется, что с 2020 года из Кустаная можно будет улететь в Германию, Белоруссию. К слову, пока специалисты из Германии, занимающиеся монтажом светосигнального оборудования, добирались до Кустаная с пересадками. Напомним, что реконструкция Кустанайской воздушной гавани началась в июле прошлого года. Работы обошлись бюджету страны в 9 миллиардов тенге. Хамза Нурписов, Болсу Аликенова, РТН. В
поликлиниках появятся профильные аптеки. В них пациенты смогут получить бесплатные лекарства по рецептам. Сейчас пациентам приходится отправляться в городские аптеки, с которыми работают медорганизации. С нового года им достаточно будет лишь спуститься на первый этаж самой поликлиники. Подробности у Натальи Басмурзиной. В 4-й поликлинике готовят новое помещение. Здесь совсем скоро появится специальная аптека, где будут отпускать бесплатные лекарства. Помещение, я считаю, что достаточно для того, чтобы реализовывать лекарственные препараты. Есть все необходимое для того, чтобы это было. Это и сигнализация, пожарная сигнализация, и условия для работы. Остается провести косметический ремонт. И с 1 января аптека начнет свою работу. Лекарства и детское питание здесь будут получать в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. То же самое произойдет и во всех других поликлиниках. Это уже у нас было. У нас была частная аптека, которая брала на субподряд как раз таки эти препараты и выдавала нам здесь, в поликлинике. Удобно было очень больным. Возвращение к былой практике стало возможным благодаря приказу министра здравоохранения. Только теперь эти аптеки частными не будут. Мы должны работать без посредников, через СК-фармацию. В СК-фармацию делаем заявку, нам привозят эти препараты. Управление здравоохранения по нашим счетам или там республиканский бюджет оплачивает. Мы только выдаем препараты. Наша задача на сегодняшний день выписать рецепт и обеспечить его исполнение. Лекарства в аптеке станут поступать каждый месяц и зависеть будут от заявки самой поликлиники. На следующий год 4-я поликлиника уже направила запрос на лекарства общей суммой в 560 миллионов тенге. Манарбек Косков, Наталья Басмурзина, РТН. В Кустанай приехали представители республиканского научного сообщества. Сегодня они стали гостями на семинаре, который проходит уже второй день. Слышащее государство, сильные регионы и модернизация сознания. Для них не просто слова, а реальные цели. Мнение экспертов выслушала Камила Салкымбаева. В Кустанае уже второй день проходят масштабные семинары. Если вчера госслужащие всей области учились строить диалог с населением в соцсетях, то уже сегодня совместно с политологами и экспертами они выносили на обсуждение главные вопросы государственной политики. А для этого в наш регион приехала республиканская группа. К слову, их выбор на Кустанай вполне спроста. Здесь родились самые высокие казахские гуманисты, как Брайл Кенсарин, Ахмед Байтурсынов. Поэтому Кустанай для Казахстана является очень ценным регионом. И качество человеческого капитала, естественно, в этом регионе очень высокий. А вот другой спикер дня – директор Института современных исследований Яну Гумилева. Отмечает важность государственных программ, основная из которых – Рухани Жангару. По мнению эксперта, это пример успешной программы, у которой есть начало, но нет конца. И вот почему. Потому что процесс духовной модернизации, процесс обновление общества – это не процесс, который вот можно каким-то индикатором сказать, что да, вот он закончился. Поэтому многие проекты из программы «Рухани Жангру» они успешно завершены. К примеру, программа 100 учебников, да, Национальное бюро переводов, программа латинизации казахской графики. Мухит Садыкназаров привел еще много примеров госпрограмм, но цели у всех одни – создать сильные регионы. Эксперт уверен, что города Алматы и Нур-Султан стали магнитом для молодежи, и это нужно менять. Для этого достаточно создать мощные регионы, тогда у молодых людей появится желание оставаться на родине, считает директор Института исследований. Свою точку зрения высказало и местное научное сообщество. Очень важным ресурсом сейчас являются ресурсы как раз постоянного креативного обмена идеями. Тем более, что недавно вышло первое послание нашего второго президента. Есть много моментов, которые достаточно гармонично сочетаются с большими стратегическими документами. За пару дней семинара эксперты точно определили, что такие встречи помогают государству становиться не только видящим, но еще и слышащим. Манарбек Касколов, Камила Салкымбаева, РТН. После рекламы мы продолжим рассказывать о событиях. Не переключайтесь.